Так, продолжаем сегодняшний видеоблог. Дима у нас готовится к заплыву. Заготовки все есть, сумочку с собой взяли. Сегодня решили пойти, когда еще светло. Море спокойное. Там вдалеке плавает лебедь. Вы можете заметить. Сейчас наш герой пойдет сегодня его догонять. С лебедем вместе. Если лебедь смог, значит и мы сможем. Сегодня какое? 30 ноября. 30 ноября. Кто завтра мне говорил, что уже я 18 ноября? Это все уже, последний раз. Нет, ребят, будет каждый раз. Каждый раз, как первый. В общем... Зачем футболку достал? В общем, ребят, да, днем было потеплее, вот. Днем было 16, а сейчас уже как раз 12. Немножко это самое, похолодней. Надо еще переодеться. Сходим на пляже. Достаточно много людей. Сегодня пятница. Разводится. Я отверну пока камеру. Да, можно. Рейтинг 18+, мы не будем ставить. Погода сегодня прекрасная. Небольшая облачность. Волнуется раз, молли волнуется два. Мне кажется, мало что слышно будет, потому что ветер будет. Да. В общем, надо делать дело, иначе будет очень холодно. А сейчас пока нормально. После Нижнего Новгорода. Ну так, нормально. Завтра декабрь. Да, декабрь будет завтра. Люди удивлены, смотрят. Еще речная вода, похоже, сливается, поэтому нужно холодно. Так как дождь был вчера. Вода, поэтому мутная достаточно в море. И прохладно. Еще за пару дней стаканится. Ну как водичка? Ну, грязно, грязно. Грязно, да. Обжигающе. Обжигающе холодно. Такой первый, конечно, заход. Я думаю, еще второй заход сделаю. Еще ночью, возможно, бегомыс нужно. Скупаться. Давай, второй заход. Снимай. Заход номер два. Я все продолжаю снимать. Второй заход. Разбега. Пять, ёбаный брат. Бляха-муха. Не май месяц. Да. У меня нет старых кроссовок. Ну как вода-то? Я уже почувствовал, что нормально. Супер, супер. В воде очень тепло. Закаляйтесь, ребята, главное не болеть. Не болеть? Будете...